Кассетный фанкойл. Вот такой вот марки. Вот мы выбрали трехходовой и сервопривод, и комплект фитингов и запорной арматуры для кассетного фанкойла. Сейчас будем собирать. Так, вот мы собрали узел с трехходовым клапаном. Значит, на входе в фанкойл у нас 3/4 внутренняя резьба, не накидная гайка. Поэтому у нас гран-американка, тут разборные соединения, чтобы можно было обслуживать. Ну и дальше переход идет у нас на опонора. Ну, в вашем случае это может быть другая труба. В общем, вот так. Трехходовой у нас стоит на подаче. Прикручиваем сервопривод. Трехходовой у нас работает следующим образом. В открытом состоянии поток уходит в сторону, в закрытом состоянии идет по прямой. Соответственно, сервопривод мы выбрали нормально закрытый. То есть при работе фанкойла подача идет на фанкойл, если от фанкойла поступает сигнал, подача идет по малому кругу.